Фух, мир всем. У нас тут копка картофеля. Пришло наконец-то время. Хотя, как обычно, добрые люди уже выкопали. Ну, на самом деле, еще не поздно. Погода стоит хорошая. Господь дает хорошую погоду. И мы решили тоже за несколько подходов выкопать. Зачем за один раз умирать? Плантация большая в этом году. Ну, картошку нам Бог в этом году дал, наверное, больше, чем когда-либо, потому что вот, ну, как-то, всегда как-то мало было. Интересные факторы, которые влияют, мы вот пололи ее, окучивали, и это очень даже помогает. По всей видимости, сорняки всю влагу забирают. Вот, а когда полишь ее, окучиваешь, то вся влага остается здесь. Соответственно, попадается такая большая прям картошка. Не везде, конечно, но... Вот у нас, собственно, все сейчас по деревне тут картошку копают. Лес еще зелененький, но уже начал чуть-чуть желтеть. Тополя в первую очередь, как обычно. И, честно признаться, так неохота зиму, так хочется, чтобы вот такая погода еще бы постояла бы с месяцок, так кажется, их еще бы что-то бы успеть не сделать, что-то не успел. Это лето все такое какое-то необычное было, пол лета больше, наверное, проболели тут, потом, слава богу, ездили в отпуск первый раз. Вот. Но все равно какие-то дела еще хочется прям, ох, ну думаю, ладно, думаю, как Бог даст, что успеем, то успеем. Вот. В этом году, наверное, и семенную картошку отложим, а то как-то у нас никак все не получалось семенную откладывать. Картошка быстро заканчивалась. Еще, может быть, даже хватит еще кого-нибудь угостить этой картошкой, не знаю, ну посмотрим. Вот, а так вот хорошо, когда поле, в принципе, вот видно. Вот сейчас я видел у тех, у кого не было прополоно должным образом. Они сначала в это скашивают все мотокосой, ну а потом уже копают. Ну тоже как вариант, в принципе. Наверное, и так можно, если не успели сделать. В общем, прекрасная пора, отчаяние, очарование. Как бы только по лесу гулять бы, наслаждаться. А вот переехали в деревню, приходится сейчас картошку копать, тут работать. Жил бы в городе, все бы в парке бы гулял бы. Но это, конечно, шутка. Потому что, собственно, я говорю, что вот умирать никто не собирается. Вот сейчас вот дойдем немножко и все. Ну, мы еще за погодой мониторим. Погода нормальная. Дальше стоит. Вот. Сейчас вот как бы с этим делом попроще чуть-чуть. У нас есть гидрометеоцентр, который помогает нам с погодой. Ну вот так, что ж. Желаем всем благополучного урожая. Ну и, как говорится, не только его собрать, но и сохранить. Сохранить и приумножить. Добро сделать. Дать неимущим. Вот. А если есть возможность, еще можно денег заработать, продать. Если есть прям совсем лишнее. Так что вот так вот. По-моему, я уже накапал. Ну да, тут ничего нет. Какие редки неровные. Надо хоть по нитке сажать, что ли. Несколько маленьких яблочек выросло. Несколько цветочков, которые не замерзли, дали плоды. Вон там наши копчики.
залезла на лестницу. Алексей Владимирович делает тут слив на наш сарай. Где-то там далеко поезд слышно. Хрюшки наши гуляют. Наш мега-огород заросший. Навозная куча. И просто простор. Как будет холодная ночь, сразу все пожелтеет. Ну ладно, все. Прощайте, друзья мои.